Вот так солнечно и ярко мы продолжаем, потому что рядом с нами компания «Солнечные дары». Давайте знакомиться. Давайте. Добрый день. Меня зовут Екатерина. Рада приветствовать вас в очередной раз. Я представляю компанию «Солнечные дары». Приехали мы к вам из Сибири, из Кемеровской области. Представляем наш продукт, который называется спецзаказ. Это семечки подсолнечника жареные. Сырье у нас из Алтайского края. Мы весь спектр производства производим сами. То есть мы и выращиваем частично сырье, обжариваем сырье, упаковываем все это. И производим такой качественный, замечательный продукт, как семечки спецзаказ. Приехали на выставку мы с новинкой. Прошу обратить внимание, спецзаказ микс. Это семечки подсолнечника и арахис вместе. Сделали это для того, чтобы покупателю было еще интереснее, еще вкуснее приобретать нас. Там присутствует арахис чистый, хорошо обжаренный. И деткам тоже очень хорошо и интересно. Замечательно. И еще я вижу, что упаковочки имеют разный цвет. Расскажите, наверное, есть еще какие-то разновидности и виды? Ну да, конечно. Цветы разные потому, что в желтой упаковочке это просто семечки жареные, в синей упаковочке это семечки жареные с морской солью, белые упаковочки люкс, они отличаются калибром своим, то есть там более крупное сырье. Ну а микс, я уже сказала, это вместе с арахисом идет. И самое важное для нас, кто смотрит это видео, кто находится на выставке, это то, что у вас есть стенд, где можно продегустировать продукцию. Конечно, мы приглашаем всех заинтересованных и всех, кто хочет просто попробовать нашу продукцию. Находимся мы во втором павильоне, пятый зал, стенд D30. Приходите, пожалуйста, будем рады, мы угощаем всех, кто подходит к нам. Удачи вам пожелаю и надеюсь, выставка подарит много новых бизнес-знакомств. Спасибо, мы тоже на это надеемся.